Добрый день, друзья, с вами Ольга. Сегодня я расскажу вам про актинидию, которая уже 2 года растет в моем саду. Приглашаю вас в сад посмотреть, что же это за растение и как оно выглядит. Существует много видов и сортов этого растения, но я вам расскажу только об актинидии аргута и каламикта. Все виды актинидии представляют собой многолетнюю лиану. Ее не зря еще называют витаминной, ведь главное достоинство растения – это вкусные плоды. Они напоминают по форме киви, но по размеру очень маленькие. И, в общем-то, это не случайно, ведь актинидия и киви – близкие родственники. Разница у них только во внешнем виде. Киви покрыты слоем волосков, а поверхность у плодов актинидии гладкая. И еще немаловажно, что эти сочные плоды в своем составе содержат большое количество витамина С. Ну а так как актинидия считается двудомным растением, надо сажать женское и мужское, чтобы они опылялись и давали вот такие вкусные плоды. Вот здесь около беседки в прошлом году я посадила 2 саженца актинидии аргута. Сорт называется Исаи. Это двуполый или самоплодный сорт японской селекции. Он самоопыляется и не требует разнополых растений. Посадила я их отдельно, на расстоянии примерно где-то 2 метра. На дно посадочной ямы положила дренаж. И так как актинидия любит питательный и слабокислый грунт, и в глинистой почве она расти просто не будет, то я добавляла еще перегной, золу, ну и минеральное удобрение. В качестве опоры для них использовала деревянную шпалеру, чтобы в дальнейшем веточки актинидии обвивали ее. Не могу сказать точно возраст саженцев на момент посадки, они были совсем небольшими, но в это же лето актинидия цвела белыми цветочками и завязала несколько плодов. А в сентябре они поспели, и нам удалось попробовать их на вкус. По размеру плоды были небольшими, где-то около 3 см в длину, ярко-зеленого цвета и гладкие на ощупь. Внутри мягкие, сочные, без видимых семечек и по вкусу напоминали землянику. На зиму я прикорневую зону мульчировала, лиану снимала с опоры и укрывала. Под укрытием актинидия хорошо перезимовала и за это лето нарастила новые молодые побеги. Они устремились вверх по шпалере и сами цеплялись за опору. Листва у актинидии ярко-зеленого цвета, плотная, по форме вытянутая, с заостренным концом. Сейчас лиана у меня вьется беспорядочно, но ее лучше формировать, для того чтобы ветви лучше освещались солнцем. Желательно корректировать ей крону и удалять слабые побеги. Сроки обрезки очень важны для актинидии, и если стричь ее не вовремя, то растение может сильно пострадать. Так что, друзья, есть 2 благоприятных периода, когда можно заняться этим процессом. Корректирующую обрезку актинидии можно сделать в период цветения или сразу после него. Это где-то конец июня, начало июля. Можно прищипнуть молодые побеги или удалить слабые. Весной актинидию обрезкой лучше не беспокоить. Все дело в том, что в период активной вегетации идет сокодвижение, и при обрезке ветвей растение сильно истекает соком и может погибнуть. И вообще в такой период актинидия тяжело переносит любые повреждения или травмы. Летом обрезка тоже нежелательна, так как она пробуждает спящие почки, затем происходит формирование молодых побегов, которые просто не успевают окрепнуть до первых морозов. А так, в общем, выращивание и уход за актинидией не так уж и сложен и не требует к себе большого внимания. Также, несмотря на то, что по своим характеристикам она зимой до минус 25 градусов, у нас в Ленинградской области в прошлую зиму под укрытием она перенесла температуру до минус 35 градусов.
Ну а в этом году, в начале лета, она хорошо прибавила уже в росте. Не обильно, но зацвела, сформировала завязи и к осени снова одарила нас плодами. Их пока, правда, мало, но с возрастом, я думаю, их количество увеличится. В этом году актинидия подарила нам плодов чуть-чуть побольше, чем в год посадки. Но еще для лучшего развития и роста ее можно подкормить. Весной внести нитроамофоску, 1 столовую ложку на растение. Летом, как только начали формироваться завязи, сделать подкормку фосфором и калием, 20 грамм на растение. И осенью, после снятия урожая, добавить суперфосфат или какое-нибудь калийное удобрение. Достаточно 1 столовой ложки под куст. Плоды у актинидии созревают осенью. Они становятся мягкими и, как я уже говорила, по размеру совсем небольшие, ярко-зеленого цвета, и поверхность у них гладкая и глянцевая. Сами ягоды формируются на коротких плодовых побегах, и вот смотрю, здесь они пока вырастают больше в нижней части куста. Созревая, они не осыпаются. Вот так в разрезе выглядит плод актинидии аргута. Мякоть у нее сочная, кисло-сладкая, семечек не видно и по вкусу землянично-ананасовыми нотками. Так что вот такие полезные по своему составу и вкусовым качествам ягоды актинидии аргута и саи. А сейчас, друзья, я покажу еще один из видов актинидии, который посадила в прошлом году около одной из этих арок. И если вы хотите украсить свой сад, то для этих целей подойдет актинидия коломикта. Она очень декоративная и отличается своей пестролистностью. В начале июня у актинидии коломикта часть листа белеет, затем меняется с белого на розовый и позже приобретает уже малиновые оттенки. Таким образом растение привлекает пчел и других опылителей. Ну а после листва становится зеленый и уже к осени желтеет. Здесь вот около арки посажен у меня сорт коломикта Адам. Это мужское растение. Оно посажено тоже в прошлом году. Развивается немножко помедленнее, чем вид аргута. Стебли у коломикты тонкие и требуют обязательной опоры. Ну а так как это растение двудомное, и чтобы в дальнейшем иметь урожай, надо сажать поблизости женскую и мужскую актинидии. Сорт Адам является хорошим мужским опылителем. Ему достаточно подобрать кустарник женского вида, и через 3-4 года появятся плоды. Они, конечно, будут немножко помельче, чем у актинидии аргута, но зато с очень декоративной и пестрой листвой, которая украсит любой сад. Если сравнивать актинидию аргута и коломикту по зимостойкости, то коломикта зимует в нашем регионе лучше. Основной обрезкой лучше заниматься поздней осенью, в ноябре, когда лиана сбросит листья и будет находиться в состоянии покоя. Вот так непривлекательно смотрится лиана осенью после первых заморозков. Листва жухнет, а потом опадает. И некоторые невызревшие побеги чернеют, и сейчас самое время их удалить. Срезы за зиму успеют зарубцеваться и не причинят растению вреда. Срез делаю в том месте, где вызрел побег. Я думаю, что возможно делать такую обрезку и ранней весной, но надо успеть до того момента, пока растение не проснулось и не начался период вегетации, иначе оно истечет соком, обезвожится и погибнет. Но для меня удобнее проводить обрезку поздней осенью, когда актинидия все-таки находится в состоянии покоя.
После того, как побеги обработаны, я приступаю к утеплению корневой системы. Она расположена поверхностно, поэтому может зимой подмерзать. Мульчирую торфяной пушицей прикорневую зону и затем уже накрываю лапником. В этом году я решила не снимать лиану с опоры, сверху укрыла деревянную шпалеру спанбондом, ну и посмотрю, как она перезимует. Друзья, в следующем сезоне я поделюсь с вами, как актинидия перезимовала и как развивается дальше. Буду рада, если видео для вас было полезным. Спасибо, что были со мной. С вами была Ольга, и до встречи!